Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. По-моему, не первый раз задаю этот вопрос, касающийся ребенка. Вот, но я могу ошибаться. По крайней мере, мне ваше имя знакомо, я не буду его называть, но вроде бы не первый раз задаю этот вопрос свой. Касающийся ребенка, по-моему, только, ну, другие какие-то обстоятельства в данном случае. Вот, если это правда, то вам нужно консультироваться, вам нужна работа с психологом, именно вам, потому что вот, ну, проблема, как напоминает, немного системный характер. Вот, дальше, значит, объясните, пожалуйста, почему ребенок себя так ведет. Да, девочка 1 октября будет 3 года. Уходит сад, вечером я ее забираю, мы ходим на детскую площадку, играет сама по себе с детками, забирает свои игрушки, может поделиться. Но сегодня прямо какая-то жесть возникла, мальчик, с которым она ходит в одну группу, принес машинки. И у нее машинки, они сами контактируют, меняются, либо играют вместе. Если дочка забирает его игрушки, начинает убегать, он ее догоняет. Сегодня она забрала в очередной раз его машинку и не хочет отдавать. Мальчик нормально просит, она не отдает. Я ей объясняю, что это он хочет забрать свое, отдай ему, пожалуйста. Вот только начинается плач, я забрала игрушку, отдала мальчику. Ну и все, началась истерика, падает на асфальт, орёт взахлёб. Я отвела ее в сторону, где мало народу, так как оглушает всех. Ничего не говорю, пытаюсь... И обнять, успокоить, держись максимально. Долгу нет, ничем она не отвлекается. Пришел отец, забрал, пришли домой, и тут меня прорвало, я стала кричать и ругаться. Что это такое? В книжках по психологии все красиво так описано, на практике это не выходит. А что именно красиво описано в книжках по психологии? И как давно вы практикуете воспитание по книжкам по психологии? Вот. То есть, это история про то, что как-то вот я сама, значит, получается, не могу, да, найти подход к ребенку. И использую книжки по психологии. Вот. При этом, вероятно, еще и жду, наверное, какого-то результата, да, что результат будет вот такой же хороший, как вот в книжке написано. И, соответственно, разочаровываюсь от того, что не получается. То есть разочаровываюсь от того, что не получается, так как в книжках. Так это выглядит. Для меня, по крайней мере. Выглядит это так. И если это так, то вы понимаете, что проблематика это ваша, и решать нужно ее вам. Самой. То есть, у ребенка, если и есть проблематика, то она, эта проблематика связана, ну, напрямую с вами, вот, и является отражением того, что происходит с вами, опять же. То есть вот это вот очень важно понимать. А вот, что касается ребенка, то ребенок, ну, на мой взгляд, значит, проверяет границы, дозволенного, на мой взгляд. Ребенок проверяет то, что ей можно, вот, ребенок пытается понять, что можно, что нельзя. И, соответственно, ведет себя вот так, как ведет. То есть это выглядит исключительно вот так, как я описал, по большому счету.
Вот, я могу предположить, конечно, что с мальчиком у них вот есть какие-то особые отношения, вот, и эти особые отношения, они вот, ну, как-то, ну, предполагают, что ли, такую реакцию, да, то есть, если, например, мы говорим о том, что, ну, допустим, если мы говорим о том, что, значит, ну, есть какая-то вот симпатия, да, есть какая-то симпатия у, значит, вашей дочери к этому мальчику, вот, то эта симпатия, она будет, ну, вот, выражаться будет в том числе в, вот, в таких вот реакциях, проявлениях, скажем так, к сожалению. Да, то есть, вот, хотите вы этого или нет, но вот это вот, это будет вот так, будет. То есть, ну, вот, неровно получается, как-то дышит ваша дочь, к мальчику обманет, это такая вот. Первая детская привязанность, возможно, как раз. Вот, и, значит, вот эта вот первая детская привязанность, она вот так дает, ну, дает таким образом о себе знать. Вот. То есть это вот, ну, так это мне видится, по крайней мере, сейчас, вот, с точки зрения психологии, да? Вот. А, значит, смотрите дальше, что можно сказать. Можно сказать, что, вот, значит, вы пытаетесь себя сдерживать, вы пытаетесь себя вести, получается, как-то правильно, вы пытаетесь себя, ну, вести себя как-то вот, как вам кажется, хорошо, ну, вот, вы себя сдерживаете, вот, и, значит, получается так, что ребенок, значит, ребенок чувствует ваши эмоции, чувствует ваши, ну, вот, какие-то, значит, какие-то переживания ребенок чувствует. Вот. И это на нее влияет довольно сильно. То есть как это влияет, сказать сложно. Сейчас именно в силу того, что, ну, вот есть нюансы, скажем так. Вот, то есть сложно сказать, как, почему так. Вот, но то, что влияет, это очевидно. То есть если вы хотите, чтобы, значит, чтобы ребенок был спокойнее, то вам нужно учиться обращаться со своими эмоциями, да, вот, чтобы не было такого, что вы вот там, ну, чтобы вы, условно говоря, срывались, да, то есть как-то вот, чтобы не было такого, чтобы вы были поспокойнее, вот. То есть у вас здесь есть очевидная история еще про стыд. Вот тут есть ощущение, что вы вот как-то
Ну, есть ощущение такое, что вы стыдитесь, вот есть ощущение такое, что, вам, ну, как-то стыдно, ну, вот, что вы, значит, ну, как-то беспокоитесь, да, по поводу того, что, ну, могут подумать, что там про вас. Вот, и вот это тоже очень, ну, это тоже то, что может влиять негативно, в том числе вот, на ребенка, опять же. Ну, вот, то есть, здесь какая-то неудовлетворенность ощущается, вот глобально, здесь ощущается какая-то неудовлетворенность. А, ну, в первую очередь. И вот эта неудовлетворенность, она довольно хорошо, значит, ну, довольно хорошо чувствует, ну, довольно хорошо ощущает неудовлетворенность. Вот, и, ну, вот, как мне кажется, именно с ней вам нужно что-то делать. Вот, как мне кажется, повторю. Вот, то есть, вам нужно, ну, как-то, ну, более внимательно, что ли, к себе в данном случае быть, вот, стараться, по крайней мере, быть более внимательным, чтобы замечать, когда у вас, значит, ну, происходят какие-то изменения, да, когда у вас происходят какие-то вот, какие-то вспышки, вот. И, соответственно, уже вот с этим что-то делать. Вот. То есть вот, ну, в этом направлении, да, просто, ну, просто двигаться. Сейчас, на данный момент, получается так, что, что вы этого не делаете, вот, сейчас на данный момент получается так, что вы, кто вот находитесь во власти своих, ну, каких-то страхов, да, своих, переживаний, вот, вы находитесь во власти своих эмоций, и это на самом деле совсем не хорошо. Вот потому что это влияет на ребенка, это влияет на, ну, на вас, в том числе, тоже влияет. Вот. К сожалению, большому. Ну, вот. То есть, ну вот. Как-то так я бы, наверное, вам ответил сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. А на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Надеюсь, что вам это было действительно полезно. Вот, надеюсь, что, ну, что для себя какие-то выводы вы сделаете, вот, и, ну, все-таки не, все-таки не по книжке будете, ну, пытаться вот как-то эту сторону изучать, смотреть, да, а именно будете вот последовательно разбираться в себе и, значит,
будет меняться тогда ваше восприятие ребенка, вот. Ситуации с ребенком будет меняться. И, в общем-то, вы получите для себя возможность, ну вот, как-то по-другому реагировать, ну, по-разному реагировать на вот то, что именно между, ну, то, что между вами происходит, вот. Я бы, наверное, такой ответ вам дал сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.